Песчаный путь, прерви покой. Он где-то здесь. О, черт, ты это видела? А? О, господи, фу, Сережа, у тебя совсем нет глаз. Че творим про меня зовут Сергеон, если просрал же, просто срал же, переподписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм банде. Ведь придет время, и Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Суприм банде. В лучшей банде на ютубе, между прочим. И бро, сегодня у нас непростое видео, именно потому что сегодня банда мы попробуем вызвать самого опасного духа. Вы не поверите, но этот дух называется Слендмен. Нет, не Слендермен, а Слендмен, песчаный человек. Именно банда, вы не поверите, что это за чудовище. Оно появляется ночью, или когда его вызывают, или когда кто-то очень долго не спит. И да, про сегодня мы вызываем этого песчаного человека, и вы не поверите, что он делает. А то, что он делает, банда, это просто жесть. По легендам я слышал, что этот песчаный человек отбирает глаза, зрение, отбирает ваши уши, слух и отбирает ваш голос. То есть вы просто не можете говорить. И сегодня, банда, мы будем его вызывать. Еще я слышала, что он полностью отбирает тело. Окей, банда, я не верю в этого демона. На призрака песочного человека. Но, как говорится в легендах, он появился в Египте. Где-то в тех странах, где в основном есть песок. Именно поэтому называется Сэндмен, песочный человек. Как говорилось в легендах, он появился еще в 1500-х годов до нашей эры. Это очень давно. В то время, когда в основном ходила чума. И ходит такая легенда, что песочный человек — это сын чумы. Бред, согласитесь, но мы с вами будем в это верить, потому что сегодня мы призываем этого самого песочного человека. Говорят, банда, что он забрал много человеческих жизней. В пару легендах банда говорила, что он просто забрал глаза, просто вырвал челюсти, язык и просто оторвал уши, что человек просто не мог ни слышать, ни говорить, ни видеть. И это просто жесть, банда. Надеюсь, у нас сегодня такого не будет, что он придет ко мне и будет забирать мои глаза, которых у меня просто потом не будет. Я очень надеюсь, что этого не случится. И очень надеюсь, что все пройдет очень хорошо. Это просто жесть, банда. Вы согласитесь на это, окей? Что ж, погнали. В 3 часа ночи мы вызываем этого странного призрака. Погнали! Окей, банда, также помимо этого призрака, этого демона, я не знаю, как его называть, намного интереснее его еще вызывать, потому что для начала, для того, чтобы вызвать этого призрака, нам нужно выключить весь свет по всему дому, чтобы нигде ничего не горело. То есть нам нужно полностью выключить свет в этой вот комнате, потом нам нужно даже выключить эти гирлянды и этот сотбокс, к сожалению. Окей, я просто все отрубаю. Смотрите, банда, сейчас меня вообще не будет видно. Окей, банда, ну у меня есть фонарь, который позволяет все освещать. Выключаем мы свет для того, что если вдруг этот призрак вдруг появится, то из него будет сыпаться песок, поэтому нам нужно выключить все электричество в доме. Иначе, если песок попадет в розетку или же на вилке, я потом включу в розетку, то произойдет сбой, и это будет пожар по всему дому. А нам этого точно не надо. Также, на всякий случай, если вдруг придет тот призрак, я буду с него защищаться. У меня хотя бы будет бита, а то мало ли что может произойти. Окей, банда, для того, чтобы начинать наш ритуал, мы сделали все. Все, что нам нужно. Теперь нам нужно подухаться специальными духами, банда. Об этом я вам не рассказывал. Эти духи ко мне пришли специально из Египта. Вы не поверите в это, но они шли очень быстро. И вы не поверите, банда, но только лишь с помощью этих духов я могу призвать этого песчаного человека. Потому что, банда, как говорится в инструкции, эти духи созданы, и знаете из чего? Они созданы из песка. Это просто невероятно, банда. Я, естественно, в это не верю, но мы должны это обязательно проверить. Окей, банда, вот так вот выглядят эти духи. Я закрою название, чтобы вы не смогли никак их найти и купить, и не призвать этого песчаного человека. Вот так вот они выглядят. Только гляньте, уже по упаковке видно, что они где-то из Египта, где-то из городов, где есть огромные пески. Собственно, банда, вот так вот выглядят эти духи. Не знаю почему, но пристали уже половину. Здесь ничего больше нету. Окей, банда, как говорилось в инструкции, по призыву нам нужно подухаться этими духами. Я не знаю, наверное, подухаюсь только сам, но тебе на случай не подходить ко мне, потому что тогда призрак будет еще и на тебя охотиться. Хорошо, давай я дойду. Да. Окей, я духаюсь, банда. А, вот так вот. Что ж. Уху. Вы не поверите, но они воняют. Они очень неприятные, они очень горькие. Окей, готово. В принципе, банда, дальше нам нужно теперь идти к зеркалу. Я взял то же самое зеркало, через которое мы телепортировались в прошлый мир. Я думаю, вы помните этот зеркальный мир. Я взял это зеркало, потому что, ну, уже с ним много чего произошло. Окей, банда, единственное, что нам нужно дальше сделать, это поджечь эту свечу, которая стоит посередине. И она должна полностью прикасаться к зеркалу. А еще есть специальное заклинание, которым я должен воспользоваться. Окей, банда, оно звучит как-то так. Песчаный бой, прерви покой, пусть дух песков придет первой, где там духи из песка горят во тьме, и человеческий плод горит в карте. Не знаю, при чем здесь карте, потому что карте это браслет, но нам все же нужно это сделать, окей? Я поджигаю свечу, банда. Тебе не страшно? Ну, немножко. Ну, это очень опасный призрак, а то... Посмотри, свеча даже не поджигается. Это уже странно. Кстати, заклинание тебе нужно будет читать вместе со мной. Ну,
хорошо. Окей, банда, со второй попытки мы смогли как-то пожечь эту свечу. Окей, банда, что ж, пришло время призывать этого призрака. Так, Настя, повторяй за мной. Песчаный бой, прерви покой. Пусть дух песка придет впервой. Где там духи из песка горят во тьме. И человеческая плоть горит в корте. Песчаный бой, прерви покой. Пусть дух песка придет впервой. Где там духи из песка горят во тьме. И человеческая плоть горит в корте. Окей, банда, это заклинание надо было прочитать 3 раза, что мы и сделали. Единственная банда, что мне непонятно с этого заклинания, то, что здесь пишется. Где там духи из песка горят во тьме. В смысле, почему духи из песка должны гореть, если я уже ними подухался? Но было не было, окей. Окей, банда, дальше это нигде не писалось, это просто уже слышали из легенд, что дальше после того, как мы вызываем этого демона-призрака, мы должны лечь спать. Окей, банда, что ж, вот здесь я буду спать. В соседней комнате, в моей комнате будет спать Настя, вот здесь, на моем месте, где я обычно сплю. Окей, банда. На часах 3:27 мы начали делать ритуал ровно в 3 часа, я забыл это показать, но вот все готово. Окей, остается только лишь одно, это нам лечь спать. Что, в принципе, сейчас будем делать, сейчас здесь ляжет Настя. Камеру я, наверное, не буду выключать, потому что если вдруг у нас получилось призвать этого песчаного человека, то Настя просто не успеет забрать эту камеру и включить ее быстро, а ей нужно будет быстро все снимать, окей? Скорее всего, что эту биту я оставлю тебе, если вдруг он придет, то будет защищать меня, а то мало ли он захочет меня еще съесть. Хорошо. Что это такое? Это что, песчаный человек? Что это? О боже, сколько песка! Сережа! Что? Песчаный человек приходил! В смысле? В прямом! И как он выглядит? Он как человек, только с черной головой. Это как? Погоди, а как ты его увидела? Ну, ты кричал, и я проснулась. Я кричал? Ты кричал, да. Чего не помню, я просто спал, и мне снилось, как будто я умер. О, черт. Окей, погоди, то есть он где-то здесь? Да, ну, не знаю, он рассыпался просто на песок. Ой, еще песок, о чем ты? Ну, он рассыпался. Черт, погоди, то есть... О, погоди, у меня ничего не вкладывается в голове. Он приходил, он был где-то здесь? Да, он сидел возле тебя. Черт. Окей, получается, что он где-то здесь в доме. Или, возможно, на улице. Так, погоди, не видно его нигде? Нет. Блин, возможно, в той комнате будет видно, нужно проверить все. Он, наверное, где-то здесь. То есть, получается, ты проснулась из-за того, что я кричал? Да, ты кричал. А почему биту не взяла? Вдруг бы он меня ел? Не знаю, не подумала. Черт, окей. Так, здесь. Никого не видно. Нет, никого нету. Окей, то есть, получается, где-то здесь. О, черт, ладно, окей, дай мне камеру. Так, получается, он где-то здесь. Но погодите, как? Как он тогда телепортировался? Ты слышала это? Да. Он где-то здесь. О, черт! Ты это видела? А? Сереж, что с тобой? Что? Что, нет голоса? Он отобрал у тебя голос? Настя, я тут. Ты слышала? Это там твой голос. Ты... Настя, иди сюда, здесь он нас не найдет. Он говорит, там безопасней. Сереж, он меня зовет. Настя, иди сюда, тут безопаснее. Он здесь нас точно не найдет. Может, пошли туда? Сереж, ну пошли, там безопасней. Настя, сюда иди, я здесь. Сережа, это точно ты? Настя, это ты? Настя, скорее иди сюда, я Сережа, я здесь, иди ко мне! Нет, ты не Сережа, вот Сережа, он стоит возле меня! Да нет, это я, иди ко мне! Настя, честно, это я, быстрее иди ко мне, ну посмотри, разве не видно, что ты самый настоящий демон, и я здесь стою! Нет, я тебя боюсь, вот Сережа! Настя, это я! Поверь, у меня, смотри, у меня даже есть голос, а он даже ничего сказать не может! Настя, иди быстрее ко мне, здесь безопаснее! Настя, быстрее иди сюда, иначе он заберет твой голос, заберет твой слух, заберет твое зрение! Я настоящий Сережа, иди ко мне! Нет, я тебя боюсь! Настя, поверь, если сейчас не подвижу, то будет намного хуже! Он заберет все у тебя! Нет, я боюсь! Настя, как хочешь, тогда я сам иду к тебе! Нет, стой там! Сереж, что с тобой? Что с глазами? Болит или что, Сереж? О, господи, фу! Сережа, у тебя совсем нет глаз! Где твои глаза? И кровь идет с глаз!
О боже, капец, Сережа, что делать? О. Настя, эй! Настя, я здесь! Нет, не подходи ко мне! В смысле, я здесь, это я! Нет, я тебя боюсь, я видела здесь... Как? Где? Где он делся? Здесь же Сережа был! Да вот я здесь! Нет. Я все время здесь стояла, тебя звал! У тебя из глаз кровь вытекала! Где? У меня все нормально, все на месте! Да ну дай посмотрю! Вот, вот мои глаза, все нормально! Вроде бы нормально. Это я, честно, я тебе клянусь! Но я видела! Окей, бро, то, что рассказывает Настя, это просто жесть. Она говорит, что у меня просто не было глаз, и я вообще этого не помню ни капли. Ничего из этого не помню. Это просто жесть, банда. Все, что я помню, это то, что у меня отобрало глаз, а потом я как-то оказался в той комнате. Окей, банда, это просто жесть. Я же говорил, что этот демон самый-самый опасный. Песчаный человек, это реально самое опасное чудовище, которое мы только вызывали. Это просто жесть, банда. Я помню точно, что у меня не было голоса, но вот что у меня не было глаз, этого я уже не помню, к сожалению. Что ж, банда, думаю, на таком-то видео можно набрать целых 10 тысяч лайков. Так что, бро, давайте опускать. Диджей, ставьте свои царские лайки. Ведь мы супрем банда, вы должны показать, что мы лучшая банда на ютубе. А значит, наших видео банда с вами должны быть самое больше лайков. Окей, бро, если вдруг ты хочешь быть моей супрем банде в лучшей банде на ютубе, то всего лишь тебе нужно подписаться на мой канал. Ведь придет время, супрем банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей супрем банде в лучшей банде на ютубе, между прочим. А если, бро, вдруг ты хочешь посмотреть чем видео, то всего-то, что тебе нужно, ты нажал на колокольчик и все, бро, ты уже зачем видео. Вот так вот просто. Бьет ко мне видео, лайк, колокол, коммент, ты уже в следующем видео. Так что давай, пропускайся ниже, ставь свой лайк, колокольчик и коммент. Про коммент главное не забудь. А то как ты тогда иначе попадешь в видео? Окей, бро, знаешь что, не забывай про мой инстаграм и ВК, где просто покажи шикарнейшие фотографии. Знаешь что, оставайся ты, тебя шикарный, пока!